Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Нина Захаровна. Нина Захаровна. Ну, я смотрю, тут у вас весело бывает, да? Вот. И побита и стена, и стекол нету совершенно. Вот вы видите, дорогие друзья, это Александровка, ну, почти серая зона, но рядом с серой зоной. И здесь живут люди. Скажите, а как обстановка в последнее время? Ой, то ну как, вчора трошки стреляли, но не сильно. А так кожен день стріляють, днем і ночі. Стріляють, да? Оце, от это Пушилін виступив, приостріл, там от горловки жінку ранило, у нас тут дітей поранило було, троє діток. Потім ще, ну, в общем, після того, як Пушилін то повисив от это, як вона називається? Боєготовність. Готовность, вот эту военную подготовку, ну, усилить, или посты там, или что там, я не знаю. Но после этого вроде я чуть-чуть притих, но все равно стреляют. Все равно стреляют. То сюда, то сюда, то на Старую Михайловку, то сюда, до нас, то еще куда. Ну, в общем, я не знаю, стреляют, да и все, куда стреляют. Друзья, огромное вам спасибо за то, что вы помогаете. Вот мы привезли продуктовую помощь вам от моих друзей. И а кто люди, вы? А кто вы? Я просто человек. И у меня просто есть люди, которые живут в разных странах, в разных континентах, в России, Украине, в Германии, ну везде. И вот они помогают. Спасибо им огромное за их помощь. Спасибо и вам. Ну, что, мы...